Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии ночью местами снег, днем преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-минус 8 градусов. Днем 5-10 градусов со знаком плюс. В горах местами от 1 мороза до 4 тепла. В Черкесске облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8. Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией, Карачаевский государственный театр имени Шахарби Алиева практически не останавливал свою работу. Они поставили за этот период 4 спектакля и не так давно завершили гастрольный тур по Дагестану и Кабардино-Балкарии. С каким спектаклем они побывали в соседних республиках и какая премьера состоится на этой неделе? Об этом в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бейли Джазаевой расскажет директор Карачаевского театра Руслан Гачияев. Доброе утро всем! Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Благодарю вас за то, что в очередной раз нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Хочу сказать о том, что ваш театр – большие молодцы. Несмотря на пандемию, у вас было несколько спектаклей. Вы поставили спектакль, сказки и еще завершили не так давно гастрольный тур. Гастрольный тур был по Дагестану, по Кабардино-Балкарию. И я хотела бы узнать результаты. Вот вы пришли с грамотами. Хорошо вас встретили? Прекрасно, прекрасно. Независимо от того, что вот в стране такое творится. Но дело в том, что была уже заложена в программе в рамках празднования столетия образования Карачаево-Черкесской республики, мы должны были бы съездить в соседние республики и показать спектакль. Так вот, мы 16 декабря показали «Директор бани» спектакль в Кумыкском театре, великолепно встретили, там нас наградили благодарственными письмами, значит, грамотами почетными Министерства культуры по национальной политике и по вопросам религии и сам Кумыкский театр. И коллектива тоже они поздравили, и конкретно артистов, участвующих в этом спектакле. После этого возвращаемся обратно. Два дня отдыхаем и выезжаем в Нальчик. Тоже по этой же программе празднования столетия. Выезжаем 22 декабря уже. Играем в Балкарском театре, опять же, «Директора бани». Там тоже прекрасно встретили, вышли. Министерство культуры, грамоты почетные нашим артистам. Управление культуры города Нальчика, вот городского округа, они тоже отметили именно театру. Вот эти грамоты. Это я видела театр, ваши грамоты, их очень много. Мы просто здесь все не разместим. Всего 10. 10 это уже немало. Руслан, и еще я хочу сказать о том, что вот на днях у вас премьера спектакля. Да. Премьера в каком смысле? Как говорится, на зрителя. Вы показываете «Директор бани» уже на зрителя, правильно? Да. Ну, совершенно правильно. 17 марта театр ушел. Февраля. Мы не играли. Нет, 17 марта. Марта того года мы не играли. Мы работали, выпустили 4 спектакля. Выпустили, в том числе, это самый «Директор бани», 3 сказки. Но на зрителя мы не играли. Ровно 11 месяцев исполняется, как мы на зрителей не играли, в связи с этой чумой 21 века. И вот, наконец-то, долгожданная премьера. Анонсы-то были большие по всем каналам. Наконец-то, 11 февраля в 6 часов вечера в селе Чапаевском, где театр базируется, состоится премьера «Директора бани». Приглашаю всех. Удачной премьеры. Спасибо вам за участие в нашей программе творческих успехов. Вам спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9:00 продолжит вещание на ногайском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке –
Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шубы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ «Панорама», первый этаж. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12:00.